Зарубежные коллеги из Коканского государственного педагогического института приехали в Казань для развития профессиональных компетенций. Подробнее о программе стажировки узнаете в нашем следующем сюжете. Интерес зарубежных коллег к данной программе был вызван богатой историей становления и развития Казанского федерального университета. Программа стажировки направлена на формирование новых и развитие уже имеющихся компетенций преподавателей в области проектирования, а также управления образовательным процессом в контексте международных трендов. Практика проходит в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий в двух локациях. Это Центр цифровых образовательных технологий ЕДУТЭЧ и Институт психологии и образования. Коллеги прибыли к нам 1 октября стартовала программа стажировки профессионально значимых компетенций по внедрению новых цифровых технологий и в целом диджитал образования. По словам организаторов, коллеги из Коканского государственного педагогического института делают большие успехи. Каждый день они приобретают новые знания и умения в системе педагогического образования. Цель нашей стажировки – повысить свои профессиональные компетенции, познакомиться с профессорским составом, изучить научную исследовательскую работу института. Сегодня Коканский институт является одним из крупнейших педагогических вузов страны, который обучает педагогические кадры для Республики Узбекистан. Открыт он был в 1931 году, а с 1943 носит имя поэта-демократа Мукимия. На площадке ЕДУТЭЧ стажирующиеся знакомятся с новыми технологиями. Одними из популярных являются говорящие стены и технологии умного пола. Студенты из Коканского государственного университета в количестве 10 человек на сегодняшний день проходят 8 модулей. Каждый модуль рассчитан приблизительно на 10 дней. Преподаватели из Узбекистана убеждены, что достигнутые на стажировке результаты помогут усовершенствовать образовательный процесс в Коканском институте. Они также выразили признательность за то, что базой для проведения стажировки стал именно Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет вошел в топ-100 мировых вузов согласно рейтингу Times Higher Education 2019 года. Именно в области педагогики, педагогических исследований, педагогического образования наш вуз также занимает лидирующие позиции и среди российских вузов. Поэтому не случайно база стажировки для коллег из Коканского государственного педагогического университета именно был выбран Казанский федеральный университет. Вызывает интерес и тот факт, что данная образовательная программа очень гибкая и вариативная. Ее можно подстроить под любых потребителей образовательных услуг. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.